Всем здравствуйте! С вами на связи Елена, и я приветствую вас на своем канале. Сегодня хотела создать немножечко такую предновогоднюю, предпраздничную атмосферу. Надеюсь, вам понравится мой интерьер. А тема сегодняшнего нашего расклада будет «Как я запрещаю себе счастье». Идею или тему данного расклада предложила Феникс, за что я ей благодарна. На самом деле вы можете в комментариях оставлять какие-то свои предложения. Я основываюсь и опираюсь, ну, с одной стороны, на то, чтобы эти расклады, эти темы были интересны. Вот. По поводу просмотров даже, да, вот, а с другой стороны, на то, насколько я смогу сделать расклад. Почему? Потому что есть темы, которые я не затрагиваю, так как у меня нет в них опыта, у меня нет своего собственного мнения на этот счет, либо наоборот, тему, которую вы предлагаете или хотели бы рассмотреть, у меня на этот счет немножечко иные взгляды есть. Вот. И чтобы не было вот этого вот внутреннего конфликта, так как я не могу быть полностью объективной, я эти расклады не делаю. Напоминаю, что в описании к любому моему видео есть ссылка, которая называется «Мои расклады». Если вы под ней перейдете, вы увидите список всех раскладов, которые у меня есть на канале. Отдельная благодарность тем новым слушателям, зрителям, которые подписались на мой расклад в последнее время после расклада, который назывался «Как вы видите себя», да, либо «Какого мнения о вас люди», вызвал такой достаточно большой ажиотаж, были и не совсем приятные комментарии к этому раскладу, и я понимаю, что они неадекватные. Вот почему? Потому что прям один комментарий меня очень удивил, да, там было написано о том, что что вы там во время эфира, то вы кашляете, то вы чихаете, вот, и, ну, то есть... Я была удивлена, что людей это все раздражает, в принципе, да. Вот, для таких людей у меня всегда один ответ, да, очень простой и очень элементарный. Купить себе колоду Таро и делать расклады самостоятельно. Тогда вас ничего не будет раздражать, и вы будете слушать то, что вы хотите, и таролог, кем вы будете являться, да, он будет вас удовлетворять. Вот, но, с другой стороны, такое вступление все же, я думала, делать своё дело, все же я сделаю. Дело в том, что... По этому вопросу, да, когда мы готовимся к какому-то расширению, чтобы выйти на новый уровень, да, либо мы хотим чего-то большего, нам необходимо увеличить емкость нашей энергии, то есть чтобы мы больше энергии через себя пропускали. И вот в этом случае как раз и дополнительное вот это вот количество энергии, емкость, да, когда мы расширяем, она к нам приходит всегда через конфликты. Поэтому, понимая этот момент, да, ну, то есть с точки зрения теории и того мировосприятия, да, как устроена вообще, устроен наш мир, наша игра, я могу себе дать отчет, да, почему появляются негативные комментарии. Именно у меня, да, почему я их замечаю, почему? Потому что именно через этот конфликт, именно через этот негатив и то, как я буду на него реагировать, будет зависеть, насколько мое принятие и моя энергоемкость увеличивается. И каждый раз я понимаю, что я не готова. И именно это и останавливает меня и мой канал от развития, да, то есть чтобы, а я имею в виду развитие в количестве подписчиков, ни в коем случае не в качестве раскладов, а именно количество подписчиков, потому что есть такие комментарии, да, то есть вопросы о том, а почему так мало подписчиков, либо почему так мало просмотров, да, почему, куда люди смотрят. Вот. Ну, кроме того, что тематика, она не всем подходит, не все люди хотят развиваться. С другой стороны, главный и основной, скорее всего, фактор не совсем быстрого развития, это я. Это я, человек, который сам себя саботирую, сам себя останавливаю в связи с тем, что нет у меня принятия вот этого вот негатива. Мне его сложно очень принимать. И как бы я ни старалась искать разные способы, да, и вот расширять, преодолевать каждый раз по-своему, по-разному, реагировать на вот такие вот комментарии, опять-таки, уточню, вопрос не
для меня не в том, что не обращайте лени внимания, да, то есть есть такие люди, конечно же, я понимаю, я не живу где-то там в другой вселенной, да, я понимаю, что есть разные люди, я понимаю причину, почему они так это пишут, это все понятно, но в контексте развития, то есть меня интересует контекст непосредственно моего собственного развития, то есть почему я замечаю этих людей, я ведь могла бы и не заметить, да, почему я замечаю, значит, в этом есть какая-то причина моего собственного роста, и вот для себя я нашла вот это вот объяснение, что, которое связано с тем, что я не готова еще идти на расширение, да, то есть у меня еще нету этой готовности, вот, и я всегда говорю о том, что, опять-таки, следующий комментарий был, нам не интересны ваши болячки, нам не интересно ваше мнение и так далее, и так далее, ну, прекрасно. Для тех, кому интересно, я всегда рассказываю о своем собственном опыте, и для чего? Для того, чтобы у вас было, наверное, понимание, во-первых, кто человек, который вещает, да, насколько он нам созвучен или нет, потому что если не созвучен, вы информацию будете, не будете принимать, первый момент, а второй, вам будет бесполезно. А если все-таки созвучно, то, возможно, каким-то образом мое собственное развитие, оно имеет какое-то отношение и к вашему развитию. Вот если вы через меня развиваетесь, то я и делюсь как раз по этому поводу своим собственным опытом, да, и своими собственными соображениями, как все устроено. Возможно, через вот это... как это, не то чтобы дележка, а с этим разделением опыта, да, возможно, у вас будут происходить какие-то инсайты. И поскольку я всегда смотрю на жизнь достаточно философски, абсолютно на все, да, то есть даже вот на такие бытовые вещи, которые, допустим, там в комментарии, можно не обращать внимания, я на все обращаю внимание, потому что если это есть в моем поле, значит, у этого есть какая-то причина. Причем достаточно глубокая причина, и когда я ее осознаю, дело в том, что я все понимаю так же, как и вы, да, когда смотрите расклад, говорите, блин, Елена, мы все понимаем, но как на деле? Вот это вот как раз и есть, что нету осознания, то есть слова знакомые, слова понятные, да, либо в раскладе, либо вообще во всем. Ситуация понятна, а как ее решить, не знаю. Вот это вот и есть осознание. Это и есть, как я пишу часто в комментариях, ваш, и в том числе и мой урок. Да, у каждого они свои. Вот когда придет вот именно вот это вот понимание, значит, пришло осознание, значит, мы уже готовы вместе с вами перейти на другой уровень. Вы в своей ситуации, я в своей ситуации. Вот, это я просто хотела дать вот пояснение негативным комментариям и... даже не оценивая людей, мне это вообще как-то неинтересно. А, то есть я смотрю на любой негатив, который меня окружает, в контексте моего собственного развития. Не в контексте причин, почему так человек поступил, да, что он хотел и так далее, и так далее. А скорее всего больше для себя, что я должна сейчас понять, да, то есть через этого человека, какие знаки. Я для себя поняла, что, и я про это говорила неоднократно, что мне не совсем хочется роста подписчиков. Почему? Потому что, во-первых, мне дико дискомфортно, когда появляются люди, которых я не знаю, а у меня сразу включается вот этот вот страх, что это небезопасно, как раз-таки потому, что я отдаю себе отчет, что мнения людей могут мне не соответствовать, мне сложно принимать чужое мнение. Почему? Потому что все то, что я делаю, все то, что я говорю в контексте именно профессионализма. Я очень много копаюсь, я вкладываю очень много труда, не просто чтобы сделать расклад, а все, что находится за кулисами, да, то есть сколько литературы я читаю, сколько всего я понимаю, сколько я всего узнаю, общаюсь, сколько много я над собой работаю. И когда просто случайный человек, не понимая, не зная каких-то вещей, начинает высказывать свою точку зрения, мне сложно ее принять. Почему? Потому что человек не знает, сколько работы я провела. И вот я всегда задаюсь одним и тем же вопросом, почему мы люди... так легко можем ранить другого человека, не зная, то есть какое удовольствие мы от этого получаем, да, и насколько мы, я себя включаю в первую очередь всегда, насколько мы поверхностны в своих суждениях о ком-либо, то есть не зная чего-либо, да, мы выводим, ну, делаем какие-то выводы. Вот, просто моя способность чувствовать других людей, я ведь когда читаю вот эти негативные комментарии, я чувствую этого человека, я вижу, что за ним скрывается, да, какая может быть ситуация, какая боль его личная, собственная, либо то, что у него происходит, и мне его понять легче, чем его мне. Вот, просто не могла не сказать, потому что вижу большой отклик, канал растет.
Если кто-то бы радовался, то я тебе могу сказать честно, не очень-то и рада этому. И причина вот как раз-таки именно эмоциональный фон. Да? А то, что вот мне нужно быть готовой принять разные мнения, мне это очень сложно. Вот. А поскольку я всегда говорю, что я не являюсь учителем, я не являюсь наставником, ни мастером, ни гуру, никем. И во мне очень много темных аспектов, с которыми я, по крайней мере, знакома. Во мне очень много комплексов. Я это знаю, я это признаю. Вот. И если кто-то еще не признает, ну, это не моя проблема, я это признаю и никогда не позиционирую себя прям, знаете, каким-то идеалом. Наоборот, намного проще, то есть мне показать мое настоящее истинное лицо, да, сколько у меня, допустим, недостатков. Вот. А вот такое вступление, мне оно было просто необходимо. Честно, вот неважно было это выговориться, я понимаю, что многие скажут, блин, нам неинтересно. Для тех, кому неинтересно, я сразу скажу, если вам хватило терпения дослушать до этого момента, есть два выхода, даже три. Первое, выключаете и вообще не смотрите. Второй вариант, если все-таки расклады вам интересны, а я вам как человек неинтересна, тогда вы можете просто нажать на тайм-код и попасть на необходимую вам позицию. Либо третий вариант, который самый оптимальный, по крайней мере для меня в последнее время, это поставить на ускоренный просмотр. Да? То есть если вы смотрите с телефона, это в правом верхнем углу три точки, нажимаете, ставите на скорость, она примерно 1,5, 1,25 это достаточно оптимально, потому что я и так разговариваю быстро. Вот. Смотрите на ускоренном варианте и все. То есть вы вроде бы и слушаете, в то же время пропускаете. Я вам просто даю возможности, да, как можно ко всему этому относиться. Вот. Это опять-таки не советы, не рекомендации, это то, как делаю я. И мы непосредственно переходим к раскладу. Сегодня у нас с вами будет две позиции, потому что я хочу сделать достаточно глубокий расклад. Он будет достаточно большой. Опять, кому не интересно, просто, знаете, всегда хочется сказать, блин, да не смотрите, начинает вас что-то раздражать, не смотрите, выключите. То есть зачем себя доводить до какого-то пика, чтобы потом вот высказать весь негатив, там, я не знаю, или еще что-то. Ну, то есть в моей голове это не укладывается. Если что-то, вот мне, блин, что-то не нравится, я просто прохожу мимо, да. То есть зачем себя мучить, слушать человека, ну, я не знаю, смысл этого мазохизма. В общем, не суть, идем к раскладу. Как я запрещаю себе счастье? Две позиции. Первая, вторая, голубой, красный камешек. Выбирайте, пожалуйста. Тайм-коды есть в описании к любому моему раскладу. Можете заглянуть в этот инбокс и посмотреть, что там есть. Ссылка на все мои расклады и мои контакты. Вот. А мы будем смотреть с вами на колоде эпического Таро, на метафорических картах про меня, женская колода. И сегодня я хочу сделать на оракульной колоде Soul Card. Они вот такие вот очень странноватые. Но сегодня мое состояние души очень легко может считать это, потому что очень много боли во мне на самом деле. Вот, и поэтому я сегодня вот смогу настроиться на эту колоду. Она такая достаточно сложноватая для тех, кто не умеет читать карты не от головы, а сердцем. Итак, выбрали, отодвигаем. И мы, как бы так вот карты, наверное, положу, чтобы они вам не очень-то и мешали. И мы с вами посмотрим позицию номер один, голубенький камешек. У нас будет 5 вопросов, будет очень много дополнительных карт, и мы с вами приступаем. Значит, первый вопрос будет звучать следующим образом. Какое у вас представление о счастье, то есть ваша модель счастья? Ваше представление о счастье, вот ваша модель. Счастье – это когда есть стабильность, когда есть известность, когда есть некий фундамент, когда есть безопасность, то, на что вы можете опереться. Один, вот для вас очень важна какая-то, вы знаете, материальная безопасность. Я не говорю об изобилии, да, чтобы было очень там виллы, дачи и так далее, и так далее. Но вот самый необходимый, как минимум, базис, крыша над головой, теплая кровать, горячая вода и поесть, причем нормально поесть, да, а не горбушку хлеба с чесноком –
Вот. Это для вас важно. То есть некая такая стабильность, некий фундамент, на что вы можете опереться. Это основная ваша составляющая. То есть материальный мир для вас основная составляющая. Следующим моментом для вас, вашей модели счастья, является непосредственно как-то, знаете, развитие, но в контексте, опять-таки, построение чего-то, да, то есть у вас есть, с одной стороны, некий такой фундамент, когда все стабильно, постоянно, причем, знаете, не так шатко, да, вы не тот человек, который можете все бросить и вот пойти неизвестно куда, то есть, допустим, если у вас есть отношения, прекрасно развиваете, и вдруг необходимо переехать, и вы вот, как говорится, сломя голову за любимым, мчитесь на другой конец мира, либо света. Вы подумаете очень сильно, потому что что вы оставляете позади, и будет ли та стабильность, да, насколько этот человек надежный. То есть вот эти моменты, они для вас важны. Для вас важно в счастье именно вкладываться. То есть когда вы цените свой собственный труд, если это, допустим, момент отношений, когда вы вкладываетесь каждый день, когда вы узнаете человека, когда вы с ним взаимодействуете, то есть вот именно совместное построение, да, не индивидуальное, вот я построила, потом тебя пригласила, нет, а именно совместное, когда ты понимаешь, что каждый из нас вкладывает какую-то свою собственную частичку. Вот, выпадает сферы, да, в данной колоде сферы это пентакли. То есть вот именно материальный мир, он дает вам счастье. Не, вы достаточно приземленный человек, вы не летаете в облаках. Я не могу сказать, что у вас, допустим, там нет каких-то желаний, да, ни в коем случае. Но вы не тот человек, который живет в фантазиях, в мечтах, в чувствованиях. Для вас должно быть все... так, знаете, достаточно ощутимо. То, что я могу почувствовать, либо ощутить в руках. Также то, что на вас влияет, вы, знаете, не то чтобы ленивый человек, но вы из тех людей, когда вы что-то делаете, вы вкладываете очень много энергии в это. И поскольку вы понимаете, что любое ваше действие, оно энергозатратное, лишний раз, просто чтобы что-то сделать ради непонятно чего, вы не будете. То есть все, во что вы делаете, вкладываетесь, должно иметь какой-то смысл, должно иметь какой-то результат, причем результат достаточно ощутимый. Иначе вы действовать не будете. Я могу здесь предположить, что у вас... нету вот этого вот неистощаемого источника энергии, как у маленьких детей, да, которые вот постоянно находятся в каком-то движении, вот прям радуются жизни постоянно. Либо сейчас у вас такой период, да, либо это черта вашего характера, что не то чтобы вам энергии не хватает, но вы... с одной стороны, знаете, не столь ее сильно аккумулируете в себе, потому что чем больше отдаете, больше прибывает. Мы посмотрим в дальнейшем, что у вас там с принятием и отдачей. Но вот здесь вот как будто такое, знаете, лишних действий я не хочу совершить, да, то есть я не хочу потратить энергии, как будто, может быть, сейчас этап такой, да, то есть мы всегда смотрим в разрезе здесь и сейчас. Может быть, вы как-то восстанавливаетесь после чего-либо, и поэтому... вот это, вы знаете, вот некая стабильность, она для вас сейчас очень и очень актуальна. Вот именно стабильность и постоянность. И постоянство, постоянность. Перевернутые карты. Нет, вот так. Сейчас я еще вытащу. По этой колоде ваша модель счастья. Вот вы знаете, вот здесь вот прям очень-очень красивая вот такая вот карта, которая говорит о том, что вы человек, который наслаждается именно процессом. Вы не тот человек, которому прям важна только цель, а вот именно сам процесс. Причем ощущение здесь того, что вы очень много вкладываетесь в людей, да, то есть вы
тот человек, который много отдаете. Именно поэтому сейчас, возможно, у вас и нет этой энергии. То есть вы как будто бы, знаете, наполняете других людей. Вы больше не то чтобы растворяетесь в других людях, а вам нравится наблюдать за тем, что... То есть вы, у вас модель счастья, она, знаете, какая? Вы сначала, допустим, узнаете, что у вашего близкого человека либо у знакомого есть день рождения, да, и вы интересуетесь, а что ему нравится, да, то есть вы начинаете в него вкладываться, вы начинаете задавать ему вопросы, какой бы подарок он хотел получить, какие у него интересы есть, что он любит. А потом вы готовите для него какой-то сюрприз не просто, чтобы купить что-либо, а именно то, о чем он вам говорил. То есть вы полностью заинтересованы в результате, но с какой целью? Вам нравится дарить подарок не потому, что вам сам процесс дарения, а вам нравится смотреть в глаза этого человека, которому вы угодили с подарком. То есть вот весь этот процесс с самого начала, что нужно подарить, купить, узнать и так далее, и так далее. Вот, вот это вот вас наполняет. И когда кульминацией становится тот момент, что вы подарили то, что нужно было и необходимо человеку, и вот вы видите его вот эту вот радость, вот это вот для вас является пиком, вот это вот для вас является каким-то неким таким оргазмом, вот это для вас является счастьем. Когда вы видите результат своего труда в глазах другого человека. То есть для вас счастье не то, что вы получаете что-то для себя, а именно когда вы что-то сделали хорошее для другого человека, и вы видите эту благодарность. То есть не просто сделали, а не обратили внимания на ваши труды, либо как-то вот не отметили ваши заслуги. Вам даже не нужно их отмечать. Вам нужно прочувствовать, вот именно вы наполняетесь эмоциями, да, если мы говорим о счастье, вот этим состоянием, когда вы видите счастье в других, в глазах другого человека. То есть когда вы видите, что все удалось, подарок понравился, и человек счастлив, вот вы умеете, вы та категория людей, которые умеете разделять счастье другого человека. И здесь у меня возникает такое ощущение, что, возможно, вы самостоятельно как-то для себя не понимаете, что есть для вас счастье, и вы как будто бы это счастье ощущаете только рядом с другим человеком. Вот примерно в том примере, который я вам описала. То есть вы чувствуете себя счастливым человеком через других людей, когда они вам зеркалят, когда они вам отражают вот это вот состояние внутри вас. Здесь вот у меня прям даже без расклада, я могу, у нас есть эти вопросы, но я прям могу сказать, что вот у вас нет вот этого вот понимания, ощущение счастья внутри себя, что это значит. И вы это понимаете только через действия других людей, да, через их реакцию, я бы так сказала. Поэтому четкого, конкретного понимания, что для вас счастье, вы не знаете. Но вы понимаете, что вот, вот оно с вами случилось, и вы это чувствуете. Да? То есть если вас описать, а что для вас счастье, полностью вы не сможете сказать, но это должно быть что-то такое вот стабильное, и желательно, чтобы оно было постоянное, чтобы не было качель. Вот что-то такое, на что можно будет опереться, некий такой фундамент. Какая у вас еще модель счастья? Вот посмотрите, да, вот то, что я сказала. Девочка с мальчиком сидят на дереве. Да, причем девочка поддержится и подает руку мальчику. Вот то, что я говорила, да, когда, ну, условно говоря, когда вы помогаете другим людям, когда вот вы взаимодействуете с другими людьми. То есть ваше счастье, оно актуально только при взаимодействии с другими людьми. Нет у вас такого момента, что вот вы, допустим, просто сидите и можете ощутить счастье. Вот из ничего, просто потому что вы есть. Нет, вы тот человек, который ощущает именно при взаимодействии через какие-то действия. Вот так скажем, даже если это не только взаимодействие с людьми, да, а именно через какие-то действия. Причем здесь, знаете, вот как-то... через какую-то мудрость, когда вы, причем, вот, допустим, что-то изучили и с кем-то поделились, и это было полезно другому человеку. То есть не просто так что-то было сделано, а именно когда вы делитесь своими какими-то мыслями, своим каким-то опытом, своей мудростью, да, и вот это вот вас наполняет, вот вы ощущаете это наполнение.
Хорошо. Идем дальше. Давайте посмотрим, какие мысли и убеждения у вас есть насчет вашего счастья. То есть что вы думаете по поводу счастья? Знаете, здесь мысли связаны, они как-то вот легкие, позитивные, и в то же время вот как будто бы счастье для вас это вот какая-то некая игра, которую вы должны узнать. Здесь негативные, если мы говорим о каких-то негативных убеждениях и мыслях, они связаны с тем, что жизнь игра, и никто не показывает вот свое истинное лицо, да. То есть ты можешь быть убеждение о том, что ты никогда не будешь счастлив, если ты будешь настоящим. Вот здесь вот как-то так. То есть когда ты начинаешь показывать свое настоящее лицо, когда ты искренне с другими людьми, они всегда тебе причиняют боль. И в этом нет никакого счастья. А вот когда ты начинаешь с ними играть, когда ты начинаешь, может быть, с ними либо манипулировать, либо подстраиваться под них. В общем, когда ты одеваешь маску, либо когда ты скрываешь свое настоящее истинное лицо, тогда ты можешь быть счастливым. Почему? Потому что здесь ощущение такое, знаете, вот очень много боли у человека, какого-то такого не очень приятного опыта, и когда вы одеваете маску, вам как будто бы безопасно. Да, вот мы говорили, основная часть — это ваша безопасность, и вы ощущаете опасность от людей, да, что меня могут ранить, мне могут сделать больно, я не могу быть открытым, я не могу открыто говорить о своих мыслях, о своих чувствах, то, что мне интересно, а вам очень интересно развиваться, вам очень интересно узнавать этот мир. И вот когда вы находитесь с людьми, которые вас не понимают, которые с вами не на одной волне, у вас здесь получается такой момент, что они вас ранят, да, либо своим непониманием, либо какими-то своими словами. И вот здесь вот возникает такое убеждение, что если ты хочешь быть счастливым, нужно носить какую-то маску, не нужно открываться людям, да, не нужно доверять людям. Здесь, причем, знаете, вопрос доверия именно касательно каких-то своих мыслей, каких-то своих планов, да, то есть если ты хочешь что-то получить, держи язык за зубами, то есть вот здесь такое тоже может быть, да, не рассказывай людям ни о чем, тогда ты будешь счастлив. Опять-таки вот это вот убеждение: счастье любит тишину, да, не открывайся, не говори, не делись, не показывай, держи все про себе. Здесь очень сильное влияние каких-то людей идет на вас, либо это общество, либо это ваши родственники, какое-то близкое окружение. И вот есть какой-то вот этот вот опыт, надо постоянно скрывать, да, вот вы как будто бы все держите в себе. Потому что, то есть все самое дорогое, ценное я храню в себе, потому что это небезопасно. Вот здесь вот вопрос опасности, он встает, он очень актуален. Вот смотрите, что одна карта маски, да, что и другая карта маски, видите? Очень много сомнений. Очень есть такое ощущение, что ваше счастье будет заключаться в том, что либо когда вы познаете, здесь такое чувство у меня, что вы как будто бы не знаете себя, кто вы есть на самом деле. Может быть, это даже ваша задача на данный момент, да? Ауч. Хрустит. Узнать самого себя, свою истинную суть, кто вы есть. Может быть, сейчас урок как раз-таки у вас связан с тем, что вы узнаете себя, кто я на самом деле. Вот если я уберу эту маску, а что останется, да? Может быть, здесь кто-то сейчас проходит такой очень важный урок, задаваясь вопросами, кто я. Для вас очень-очень актуально. И вы вот как будто бы примеряете из урока в урок, примеряете на себя разные роли и понимаете, это подходит, это нет. Это дает мне счастье, это нет. То есть вы как будто бы методом проб и ошибок приходите к пониманию, да, и у вас вот эти вот мысли такие проигрываются о некой игре. То есть вы осознаете то, что жизнь — это некая такая игра, и вы, ну, она вам нравится, и через нее вы о себе узнаете, именно через других людей. Но очень много боли было у вас в прошлом.
Очень. Прям, знаете, такое ощущение, что вот вы как будто бы какая-то вот израненная душа с болезненными какими-то состояниями, вот именно чувствами. Я не могу сказать, что вы были счастливы вообще. Если были, это было как-то вот... не то чтобы временно, это вот как-то, вы знаете, мимолетные, как птица, то есть прошло какое-то состояние, и все, то есть нету такого стабильного, поэтому я сейчас и сказала, для вас очень важно эта стабильность, получение этого счастья на постоянной основе, чтобы не было вот такого вот, пришло-ушло, то есть только я расслабилась, и казалось бы, что я приблизилась как-то к счастью, и вдруг, гоп, оно сразу как птица улетело. Здесь ощущение того, что... Вот вы как будто бы смотрите в прошлое, да, что здесь происходит, я не знаю, вот вы сейчас какой-то этап такой проходите, очень важный, не то чтобы вы анализировали прошлое, а как-то вот это вот прошлое, оно либо завершается, либо что-то, ну вот ощущение того, что здесь что-то, вы знаете, завершается. Как будто бы вы какие-то частички себя собираете, и... Почему мы говорили о мыслях, да, убеждениях какие, вот это все у вас происходит в каком-то мыслительном процессе, вы как будто бы анализируете всю эту ситуацию, что для вас счастье, где, как, то есть вы подходите достаточно глубоко к этому вопросу. Я хочу узнать, осознаете ли вы свои чувства, то есть в течение дня вообще, насколько вы можете прочувствовать что-то и словить это состояние и обозначить, что вот сейчас, например, волнение, сейчас тревога, а сейчас я чувствую это, ну, то есть насколько у вас есть... вот это вот не эмоциональный интеллект, а насколько вы можете осознавать свои собственные чувства, я хочу посмотреть. Вы знаете, у меня такое ощущение, что вы как будто бы все время живете как-то с оглядкой. С оглядкой. Вы осознаете, что внутри вас, а именно вот этот вот чувственный аспект, он очень ярко выражен. Вы знаете, насколько вы умеете чувствовать, но ощущение того, что вы отвернуты от этого, да, то есть если бы вы практиковали, да, то вот ваше умение чувствовать, воспринимать именно через чувственный вот этот вот аспект, оно было бы развито очень сильно и очень хорошо, то есть вы как будто бы понимаете, что внутри вас есть некий такой клад эмоциональный, да, внутри вас есть эта эмоция, очень много всего есть внутри вас, прям вот какой-то сундук с богатствами, с драгоценностями, да, а вы как будто бы вместо того, чтобы рассматривать эти драгоценности, да, вы оглядываетесь назад, а вдруг еще кто-то увидит. То есть здесь как будто бы страх, знаете, вот кто-то увидит, насколько я изобильна, насколько я богата, и как будто бы у меня это заберут, заберут вот чувство, что это такое очень ценное, либо у вас когда-либо забирали, да, может быть, в детстве было такое, что у вас игрушки забирали, отбирали, то есть тебе это не надо отдать там бедным, либо еще что, ну, я не знаю, здесь, может быть, часто отбирали какие-то конфетки у кого-то, да, то есть вот то, что для вас было что-то важно. Может быть, вы что-то рисовали, а потом такое ощущение, что вот, может быть, мама взяла это, порвала, может быть, кто-то помял, выбросил, здесь кто-то, знаете, может быть, что-то такое ценное, мысли какие-то вы свои писали, может быть, кто-то писал стихи, вот, а у вас как будто бы то ли какой-то мальчишка, то ли еще что-то, знаете, вот прям порвал этот листок, сделал самолетик бумажный, вот ощущение, что вы где-то в школе находились, в каком-то классе, и из окна это вылетел этот самолетик, то есть... Как будто бы у вас что-то ценное, то, что было вам важно, тогда в детстве отобрали, и у вас вот этот вот страх, вот эта вот модель осталась, да, убеждение, что самое ценное у меня заберут, и поэтому вы как будто бы не умеете наслаждаться, поэтому нет у вас, вот внутри вас это счастье, вы через другого учитесь, да. На самом деле вы внутри вас это счастье, чтобы его понять, вы должны вот с этой моделью, как минимум, да, одной, их может быть много, но одну я пока сейчас вижу, что вот с ней, может быть, что у меня заберут, поэтому я лучше никому не буду показывать, то есть вместо того, чтобы наслаждаться этим, вы все время стоите на охране, на защите, то есть ваша энергия идет на защиту, чтобы меня никто не лишил того, что, что я имею, да, вот. Как-то так. Вам такое ощущение, что вот вам нужно просто фокус внимания сменить с защиты на себя, как-то на свое сердце. Какая у вас здесь связь между сознанием? И вот смотрите, между сознанием, мыслительным процессом, потому что вы достаточно логический человек, у вас рацио хорошо работает,
и сердце. И вот здесь вот смотрите, какая картинка, которая как раз-таки нам и говорит о том, что именно ощущение того, что кто-то предаст, кто-то может причинить какую-то боль. То есть будь настороже. Нет вот этого вот момента расслабиться, насладиться, получить вот какое-то вот наполнение, что ли. Нету. Опасно, опасно. То есть эти мысли, они постоянно у вас в голове прокручиваются. И основа всего, то, что мы говорили вот здесь, вот этого вот фундамента, да, это безопасность. Пока вы не будете ощущать себя в безопасности, у вас мысли все время будут крутиться вот. Вот меня лишат, у меня заберут, у меня отберут. Здесь вопрос не в том, что достойны вы или нет. Здесь вообще вопрос не про это. А здесь вопрос, что у меня есть, вы понимаете это все, вы это знаете о себе, вы это чувствуете, но все время боитесь, что вот кто-то у вас этот кусочек откусит, да, заберет. Здесь ощущение, вот оно из детства идет, когда у вас что-то было, либо вам подарили что-то, а у вас это отобрали, откусили, надломили. Вот, вот что-то такое. Хорошо, давайте теперь мы перейдем к вопросу, насколько открыт ли у вас центр чувствования, да, или закрыт. То есть, ну, умеете вы, проще говоря, чувствовать или закрыт? Ну, что можно сказать, да, по этой карте сердца? Конечно, открыт. Конечно, открыт у вас центр, и вы умеете любить, вы умеете чувствовать, вы умеете это все ощущать, причем вы в достаточной такой гармонии внутри себя в контексте чувствования. Обращаю ваше внимание, что вот именно баланс между вот активной энергией и пассивной, между мужской и женской. То есть внутри вас есть единение, вы наполнены этой любовью, она прям очень пересекается с тем сундуком богатства и изобилия, о котором я говорила. Вы это четко видите, вы это чувствуете, вы умеете чувствовать, все у вас хорошо, у вас все открыто. Причем даже не просто открыто, а сбалансировано. Умеете ли вы получать удовольствие? Давайте посмотрим, да, что у нас здесь центром удовольствия. Я бы сказала, что здесь вопрос там есть. У нас принятие и отдача дальше идет. Здесь даже... Умеете ли вы получать удовольствие? Я бы сказала, что нет. Объясню почему. Здесь мне карта, которая говорит о том, что как-то, знаете, слишком все должно... Вот рационализм вот в контексте удовольствия, он у вас выше. Вот эта вот мораль, правильность, она выше удовольствия. То есть... Как бы так объяснить? Вы удовольствие почему-то пропускаете через какой-то вот рациональный, как бы так сказать, аспект. То есть вы через ум проводите, у вас удовольствие, оно в голове как будто бы. То есть если в голове все сложится хорошо, и все будет правильно, и все будет так, как нужно, то вы получите удовольствие. Здесь как будто бы ваши запреты, они идут через голову. Что вы здесь себе запрещаете? Здесь идет запрет на удовольствие. Вот вы себе запрещаете расслабиться. Как ни крути, ни верти, вы себе запрещаете расслабиться. Причем, знаете, расслабиться полностью. Вот. И здесь вот это вот ощущение как раз, конечно же, куда я расслаблюсь, только я расслаблюсь, и вдруг там что-то произойдет, да? Я пропущу какой-то удар, что-то будет не... Ну, то есть отпущу контроль, и мне сразу прилетит обратка, люди мне сделают больно, что-то произойдет такое, будет больно. Поэтому вот здесь вот вопрос удовольствия, он у вас такой, знаете, причем вот ощущение, если бы здесь выпадала карта Таро, я бы сказала, что здесь вот иерофант выходит. Причем, знаете, вот какая-то вот мораль. В контексте удовольствия. Я хочу, здесь какое-то убеждение есть. Вы не можете расслабиться, не можете получить удовольствие. Вы знаете, как будто вот какой-то свободы разрешить себе не можете. Что вы не можете себе разрешить, и выпадает у нас, так правильно, вот так правильно, выпадает у нас тройка мечей, которая говорит о том, что очень много боли. Очень много боли, и это из-за этого вы не можете... получать удовольствие. Здесь ощущение того, что ваш накажут, да, вот как только я получаю удовольствие, расслабляюсь,
вот это все мои защитные механизмы падают, да, и меня потом вот как будто бы есть какое-то наказание, есть вот эта вот модель, то есть удовольствие равно наказание, то есть вас за что-то наказывают, там еще одна модель детская, да, поищите, с чем она у вас там связана. То есть здесь, знаете, как будто бы у вас вы не ощущаете и целостности, да, вот наполненности, вы не можете наполниться, опять-таки возвращаемся к центральному аспекту, именно некой такой стабильности, вот этой вот материальной. Я не чувствую себя целостным человеком, да, мне не хватает каких-то, боже мой, как называется, ощущения, вам не хватает частицы вашей души, да, возможно, были какие-то болезненные ситуации, вот вы как будто бы свои части души растрачивали, и вот сейчас, чтобы собраться и ощутить полностью вот эту вот свою целостность, да, получить удовольствие, вы не можете, вам чего-то не хватает, вот это вот ощущение, что мне чего-то не хватает, вот это чего-то, это то, что когда-то в течение своей жизни вы утрачивали через боль, через, может быть, какие-то болезненные ситуации, через расставание, через, может быть, какое-то вот наказание. Тогда, когда в вашей душе было больно, вот эта вот часть вас, она отделялась от вас. И вот здесь вот очень много боли, и вы как будто бы вот закрыли, да, то есть если я сейчас не поставлю какой-то защитный механизм, я полностью себя растеряю. Вот здесь вот ощущение, что вы потеряли себя, да, и вот то, что осталось, вы очень поэтому бережно к этому относитесь, потому что это малая часть от того, что осталось от вас. Боже, сколько здесь боли. Хорошо. Умеете ли вы чувствовать? Умеете ли вы чувствовать? Вот ваше чувствование, оно идет через заботу, через какую-то вот заботу. Да, вы умеете чувствовать. У вас хорошо развита эмпатия. То, что, в принципе, подтверждает весь расклад. Вы достаточно хороший психолог от природы, я бы так сказала. Не по обучению, в принципе, да, могут мне и психологи смотреть. А вот человек, который понимает жизнь, человек, который умеет чувствовать и такой достаточно эмоциональный, вот вам очень хочется ощущение того, что, знаете, хочется расслабиться. Причем я вижу здесь какие-то такие теплые руки, да, вот как обычно есть архетип бабушки, да, с теплыми руками. Когда вот голову прям берешь и кладешь на руки, вот чувствуется вот это вот тепло, мягкость рук. И когда я доверяю, вот ощущение того, что вот вы хотите кому-то довериться в какие-то надежные руки, это чисто аллегорично, вы как будто бы хотите довериться себе, да? Почему? Потому что здесь у меня проходит чувство вины, что я все время совершаю какие-то ошибки, и я сама себе уже не доверяю. И поэтому вот этот вот образ метафоричный о том, что я хочу довериться, какие-то теплые руки, да, чтобы просто расслабиться, да, не то чтобы взяли за меня как-то ответственность, защиту, нет, а здесь вот какая-то, знаете, мгновение какое-то такое вот положить руки, вот я прям чувствую, знаете, вот эту вот руку, щеку на теплой руке, когда вы прям кладете человеку, а человеку, умудренный опытом жизни, знаете, как вот ощущение безопасности, да, взрослый какой-то человек, которому я могу довериться, я могу доверить свою душу, вот то, что осталось от нее. Здесь вот какие-то такие очень болезненные моменты были. Умеете ли вы принимать и отдавать? Давайте мы посмотрим по этой карте, по этой колоде. Умеете ли вы принимать и отдавать? Умеете вы. Вы умеете и отдавать, и принимать. Только смотрите, когда вы отдаете, вы это делаете с любовью. Вы это делаете. Посмотрите, какая красивая карта. Вы это делаете с любовью. Сидит человек и держит в руках огромное-огромное сердце. А принимаете вы примерно вот так. Не знаю, если...
как и что вы видите. Вот, а принимаете вы достаточно болезненно. У вас все время ощущение того, что все, что вам дают, это, знаете, как будто бы с каким-то подвохом. Это все время вас как-то ранит. Ощущение того, что ждете, что-то мне сделают больно, причем очень больно, потому что красный цвет, он говорит о том, что ну вот, ассоциация с кровью прям, вот, либо принимаете как-то, хочется сказать, близко к сердцу, вот с принятием, да, вы умеете принимать, но вам это все время больно, вот как-то больно, очень сильно, а отдаете вы с огромным удовольствием, причем отдаете, когда вы это думаете, вы это чувствуете, вы это проживаете, и то, что было в самом начале, да, я говорила о том, что вы получаете удовольствие, ваше счастье, да, вы очень счастливы, когда вы отдаете, это вас наполняет, но принимаете очень болезненно, почему? Очень много страхов, причем, знаете, страх даже, вот прошлый опыт, такое ощущение, блин, вы как будто бы 100 жизней, что ли, прожили за это воплощение, да, вот, ощущение покинутости, брошенности, да, причем, знаете, здесь самое интересное, что решение-то есть, вот как будто бы вы, не то, что вам нравится эта боль, а вы настолько свыкли с ней, что уже где-то я говорила о какой-то завершенности, да, что вот этот вот этап, вот это вот моменты, они уже прошли, уже можно идти, как будто бы, да, знаете, вот свыше вы получили разрешение, да, что все свои долги уже заплатили, уже идите в светлое будущее, да, там уже не будет боли. Но вы... Вот как бездомная собака, израненная, которую постоянно все пинали, все время все гоняли, вдруг неожиданно, которая обрела ну, какой-то вот свой дом, да, вот ее спасли, и она уже с недоверием идет к своей кормежке, с недоверием вот эту вот воду пьет все время, ожидая какой-то вот подвох. И ей говорят, да уже все хорошо будет, да, уже найдем мы тебе дом и людей, которые будут тебя любить. А вы уже не верите, да. И вот это вот... корнями ощущение того, что вот эта вся боль, она вросла в вас, что вы стали уже этой болью, понимаете? Вы стали уже этой болью. Но есть в вашей жизни один человек, вот те теплые руки, о которых я говорила, может быть, уже и не в жизни, не у жизни этот человек уже, может быть, ушел, неважно. Но присутствует человек, который вам давал вот этот вот опор, давал вот эту вот надежду, теплоту, который вас поддерживал. И поэтому, когда у вас возникают такие моменты, я не знаю, то ли разговариваете с этим человеком, то ли вспоминаете о нем. В общем, как-то вот при взаимодействии с этим человеком, да, вот... не то чтобы вы исцеляли, вы как будто бы будете, ну, подпитываться с помощью этого человека. Путь у вас одинокий, да, я прям чувствую себя как этот, гадалка, да, предсказательница, чего не люблю, но вот здесь ощущение того, что путь ваш одинокий, и вы уже в какой-то момент просто отвернулись от людей, уже все израненные, уже все болезненные, да, поэтому вот все, что связано с чувствами, у меня такое ощущение, что вот прям сковырнули, прям копнули сейчас с вами так глубоко, так далеко, что мне аж холодно стало, что прям, ну, вскрыли какие-то раны. И если это действительно так, вы сейчас слушаете, у вас какой-то есть отклик на то, что я говорю. Это я 50 минут говорю? Офигеть. То имейте в виду, что то, что всплывало, оно должно отработать сейчас. Вот, ну, то есть есть чем поработать. Не оставляйте, чтобы это снова усело. То есть если сковырнули, поработайте с этим. Какие блоки, проблемы, запреты есть у вас на счастье? Император. Какие блоки, да? Блоки у вас здесь связаны... с рамками, с границами, то ли вы не умеете ставить, то ли вы наоборот ограничены. Но здесь общая суть, очень много предательств было, каких-то хитростей, обманов, ну и в том числе вы сами себя обманывали. Но в общем я здесь хочу сказать, знаете, о каком состоянии, что
есть внутри вас вот эта вот искра, есть вот этот вот какой-то внутренний голос, да, который вам постоянно шепчет, вот ощущение того, что, как вам сказать, что счастье есть внутри вас. Такая фраза, которая, ну, уже заезженная. Мне нужно рассказать вам эту фразу таким образом, чтобы она вас зацепила, чтобы вы это почувствовали. Не то, чтобы поняли головой, вы это знаете. Но здесь вот... вот как-то это связано, ограничение связано с семьей. Для вас семья, она важна. Вот счастье, если можно сказать одним словом, это семья. Это ваша семья. Для вас важен человек, с которым вы могли бы быть счастливым. Но здесь либо блоки, они идут из семьи, либо это запрет вы сами себе даете на семью. Может быть, болезненное было ваше взросление, воспитание как ребенка, очень много в подвалах ваших, чуланах вашего бессознательного всего-всего хранится, очень болезненного. Причем то, что вы когда-то все подавляли. И вот сейчас, может быть, с этим раскладом выплывет все. Может быть, у кого-то сны начнутся сниться. Прям вот вычищаете, время пришло. Потому что у вас на самом деле вы уже открыты и готовы к счастью. То есть счастливы, как бы так сказать. Вот вы сидите, вот представьте, что вы сидите в темной комнате, а где-то по соседству свет включенный, и дверь открыта, вас ничего не держит, то есть вы можете встать в любой момент и пойти в светлое помещение, но вы настолько привыкли к темноте, к несчастью, что вы не то чтобы сил нет, а для вас это комфортно, вам уже быть на свете, если я правильно говорю, в светлой комнате, это будет для вас уже некомфортным. Вот такое ощущение, что вот счастье для вас, вот если вы выйдете вот туда, в это счастье, оно для вас станет уже несчастьем. То есть, я понимаю, что я говорю сейчас не совсем понятно, но просто прочувствуйте, что когда ты привыкаешь в темноте видеть, да, и вдруг неожиданно свет включается, начинает резать глаза, и это вызывает у вас дискомфорт. Вот здесь вот так. Да? То есть вот ограничения, блоки вы сами себе поставили вот эти вот блоки, они как-то связаны с границами. Ну вот с той болью, о которой я говорила, либо это в детской семье, где вы воспитывались, да, либо все, что связано с понятием и ценностью семьи. На самом деле вы настолько истосковали со всем, обо всем этом, что... Причем так интересно, что внутри вы наполнены. Еще раз скажу, вы наполнены счастьем. Вам хватит это счастье. Но вы на него не обращаете внимания. И поэтому ощущение того, что вокруг вас вы находитесь в какой-то пустыне, которая жаждет, да, которая прям вот иссушена. И хочется полить эту землю, чтобы наконец-таки что-то взросло. Но дело в том, что вы вот это вот... Запрету, что стоит, вы вот эту вот воду, вот эту вот влагу питательную, вы ее держите в себе. Знаете, из-за страха, что если я и это вот как будто вот ваша последняя надежда, если я и это разолью, у меня больше ничего не останется. Есть вот это вот ощущение, что последний шанс, и поскольку он последний, знаете, как вот последний глоток в пустыне, идти неизвестно сколько, неизвестно, выживу или нет, солнце парит, все жарко, все прям иссушено, и последний глоток, и вы его бережете, да, вдруг, а вдруг, и больше нет. Вот здесь вот какие-то вот такие моменты, вот прям, ну, посмотрите, да, как вы просите, молите об этом, об этой счастье. Но вот вы все время находитесь вот в этой, вот в таких вот темных комнатах, все время как будто бы нуждаетесь в этом счастье. Я не буду смотреть следующий вопрос, и вот еще одна, то же самое, схожее, да, то есть и вы, и ваш инстинкт, да, безопасности нуждаетесь в опасности, здесь животное, да, и вы, и ваш маленький ребенок внутренний, то есть вы полностью нуждаетесь вот выйти, да, выйти в этот мир. Не знаю, каким образом, что будет результатом, если вы справитесь с этим, если вы начнете работать вот именно со своими вот этими вот болезненными эмоциями, прорабатывать их, вспоминать, задавать себе вопросы, что будет результатом вашего счастья? Вы знаете, вы как будто бы ощущение, как будто бы вы поймете, кто вы есть на самом деле, и вот как будто бы будете изучать себя, заглядывать себе в душу. Уже не вовне будете смотреть, а будете смотреть глубоко внутрь себя.
И вот зарождение очень красивое. Результатом счастья будет, вот как будто бы, знаете, обретение ваших частей. Смотрите, что здесь получается. Если кому нравится тема раскладов о состоянии души, вы растратили, да, то есть вам нужно возвращать частички своей души. Ваши частички души, они растрачены именно то, что связано с вашим эмоциональным аспектом, да, с какими-то вот болезненными. То есть там, где у вас были какие-то болезненные ситуации, там вы оставляли часть себя. Если вы хотите ощутить себя именно целостным человеком, вам нужно возвращать эти частички себя через проживание вот этих вот эмоциональных, всех болезненных аспектов, да, для того, чтобы выздороветь. Тогда вы постепенно будете наполняться, возвращать это себе. И у вас будет через... Вот прорабатывая свои эмоции, да, проще говоря, вы будете узнавать себя, и вы будете возвращать себя для того, чтобы в конечном итоге стать вот источником счастья. То есть вы как будто бы поймете, до вас дойдет. Потому что, ну, допустим, если здесь пазла не хватает, здесь пазла не хватает, да, оно, ну, утекает, утекает. И все, чем вы наполняетесь, оно вытекает из вас, как из решета, да, то есть вот что-то такая, дырки везде. И вот возвращая вот эти вот частички, да, вашего кокона, из ваших вот этих вот эмоциональных, болезненных всех ситуаций, вы как будто бы будете залатывать вот этот вот свой кокон. И в конечном итоге, да, когда нет утечки, вы сможете ощутить вот эту вот всю наполненность, и тогда вот как будто бы вот ваш источник, он вот так вот, ну не знаю, не то чтобы засветиться, а вы ощутите этот прилив энергии, вот эту вот силу, да, то есть вот это вот счастье, вы до вас дойдет, вы это поймете, вы это ощутите, насколько вы счастливы. Вот, вот такая вот у нас была первая позиция. Боже, мне еще делать вторую позицию, а я уже выдохлась. Поэтому, когда очень глубокие-глубокие расклады, я не хочу их делать намного позиций, потому что, ну, я их проживаю, и это действительно энергозатратно. У меня такое ощущение сейчас, что я не то чтобы 100-метровку бежала, а я на тренировке часовой побывала. Вот столько всего этого. Хорошо, жду вашей обратной связи. А мы с вами переходим к позиции номер 2 и красненькому камешку. Так, первый вопрос у нас. Нет, возьму вот эту вот колоду. Какое у вас представление о счастье? Вот так. Подвинем. Какое у вас представление о счастье? Наверное, мы будем смотреть в разрезе момента здесь и сейчас. Почему? Потому что на данный момент у вас и находится, знаете, вот какая-то усталость, что ли. Что по первой позиции, что по второй. Вам говорят, что... Как будто все, что вы сделали, а здесь как совет идет, все, что вы уже могли сделать, вы уже сделали, оставьте это. И как будто бы, знаете, положитесь на судьбу. Вот вы выдохлись, да. Ощущение того, что очень много вкладывали, сделали все, что необходимо было для того, чтобы быть счастливым. И сейчас это как будто бы нужно отпустить и, ну, в руки высших сил, чтобы... И нужно какое-то время, чтобы все как будто бы разрешилось. Я не могу понять, почему вам сразу говорят как-то с рекомендацией совета, они показывают, то есть ваше представление о счастье. Знаете, здесь может быть такое ощущение, что вы как будто бы... Ощущение того, что вы полагаетесь на судьбу, да? Вот здесь вот как-то так. То есть счастье — это вот если вам дано по судьбе, да, то... придет как-то вот здесь сказочное какое-то вот отношение в контексте того, что придет этот, как его, крокодил Гена, да, в голубом вертолете, и что-то там подарит. Вот здесь вот придет кто-то и спасет меня, то есть я сама как будто бы нуждаюсь вот в этом счастье, но вот здесь вот ожидание и вера, как, не знаю, высшие силы, кто во что верит, ну, в общем, что-то, нечто такое большее, да, что придет и спасет меня.
Вот здесь вот как-то так идет видение вашего счастья, что вот ваше счастье, когда нету ссор, когда нету конфликтов, когда уже день завершился и уже все сбросили свои маски, и давай уже помиримся, давай уже придем к какому-то вот консенсусу для того, чтобы как-то ребята, как этот мультик, да, Леопольд, давайте жить дружно. Вот здесь вот ощущение того, что вот ваше представление о счастье, это когда нету ссор, когда нету конфликтов, когда удача повернулась к вам лицом, да, когда я уже доверилась, я уже сделала все возможное и невозможное с моей стороны. Уже давайте будем счастливы. Вот как-то здесь так. То есть я как будто бы со своей стороны, знаете, вот ощущение того, что вы просто счастливый человек, это тот человек, который излучает это счастье, да, который его транслирует. И вот я буду излучать это счастье в своей голове. То есть вот счастье, причем так интересно, оно у вас не находится в области, ну вот сердце где-то здесь внутри, оно вот как будто бы, вы как маяк, да, у маяка же самой высшей точки начинается свет, да, и вот здесь как-то так, то есть у вас где-то в области головы, да, вот в области, условно говоря, да, седьмой чакры, вот вы как будто бы светитесь этим. Здесь вот ощущение того, что счастье – это как будто бы подарок высших сил, да, вот здесь вот какая-то такая модель, что если я, если высшие силы мне благоволят, тогда я и буду это получать, но я буду думать об этом, я буду вот как-то, знаете, вот молиться, я буду как-то взаимодействовать с высшими силами, то есть вы постоянно держите понятие счастья в голове. Интересный такой аспект. Ваша... То есть если, не знаете, о чем говорится, то есть если вы будете думать постоянно созидательно, да, о счастье, то оно с вами случится. Вот как-то именно вот я буду манифестировать об этом, я буду заявлять, я буду просить, я буду говорить, и тогда я буду счастлив. То есть для вас понятие счастья, оно как будто бы вне вас. Это как будто бы подарок вам за что-то свыше. То есть если мне по судьбе, то я буду счастлив. Если мне не прописано, не написано, то я не буду. Вы как будто бы, ну я не могу как-то, у меня здесь вот такая вот картинка сложилась, что ваше понятие счастья, это вот положиться как-то на нечто большее, на нечто, здесь какие-то вот могут быть достаточно религиозные люди проходить, то есть, ну, часть, может быть, из вас достаточно зрелые, взрослые люди, да, вот, и у которых есть вот это вот понятие того, что счастье, оно для вас может быть в каких-то, знаете, вот писаниях. То есть счастье, когда я, например, молюсь, счастье, когда я нахожусь в контакте с высшими силами. То есть не я источник счастья, а мне его дают. Причем дают только тогда, когда я заслужила, когда я должна что-то для этого сделать. И вот как-то в какой-то степени вы фаталисты. Да, ну... Кому-то, если это неприятно слышать, ну, вот как-то так. Давайте я еще здесь посмотрю, потому что очень странная, да, для меня странная модель. Модель вашего счастья. Вот счастье для вас, когда рядом с вами есть друг. Счастье для вас, когда вы находите необходимого вам человека. Но... Причем, знаете, если вы женщина, да, то именно подруга, ну, однополые. Дружба с однополыми людьми, не противоположным полом, а именно с вами однополым. Почему? Потому что если вы женщина, то счастье для вас не может быть рядом с мужчиной. То есть здесь вот как будто бы такое, знаете, слишком враждебно вы настроены как-то на мужчин. Не подпускаете к себе, поэтому как-то вот, может быть, женщины безопаснее для вас, такой даже более успешный, что ли,
Ты как-то вот с ней спокойнее, с ней как-то надежнее. Она вроде бы типа, знаете, это как женщина-амазонка. Она вроде бы и женщина, но и в то же время, да, может как мужик защитить. Здесь как-то вот так вот картинка развивается. Очень, очень неоднозначно. По крайней мере для меня, да, то есть, ну, я сама удивлена от того, что я, допустим, здесь вижу. Вот, ну, хорошо, модель мы поняли. Какие у вас мысли и убеждения по поводу счастья, да, что вы думаете? Ну, вот, видите, вот, как ни крути, ни верти, вот у вас счастье, оно как-то, знаете, связано с какими-то духовными пониманиями. То есть вы осознаете то, что счастье, оно есть внутри вас, вы много можете читать. Опять, у меня идет ощущение, что вы много изучаете какой-то вот духовный, не обязательно только религиозный, а вот очень много разных писаний, книг читаете на темы именно саморазвития, но не в контексте психологии, а именно в контексте состояния души, там, про высшие силы, про частички души, вот все, что связано вот в таком аспекте. И вот здесь вот ваши мысли, они немножко не то чтобы иллюзорные, а здесь такое ощущение, что вот вы как-то их в голове прокручиваете, а при этом вот в реальной жизни вы их как будто бы не видите. Ну, то есть моментов вот этого счастья, да, то есть в материальном мире вы это не проживаете. У вас есть, то есть если с вами разговаривать, вы можете казаться человеком достаточно таким, достаточно эрудированным, таким, ну, высокодуховным человеком, который, знаете, вот как духовные лидеры могут говорить о каких-то состояниях видоизмененных, о состоянии дзен, там, приближенных. То есть вот на разговоре, в разговорной речи, да, то есть на языке, условно говоря, вы это как будто бы знаете. Но если вас спросить, а насколько ты в своей жизни испытывал вот эти вот моменты, здесь ощущение того, что этого нету. То есть вот как будто бы вот у вас есть два мира. Один мир, причем он где-то не внутри вас, где-то, а вот именно в голове. Вот этот вот виртуальный мир, который наполнен добром, какой-то вот идеализацией, моралью, духовностью, и есть другой мир реальный. И вот вы, знаете, вот когда мы устаем, мы идем спать. И вот во сне мы же также продолжаем жить, да, мы также активничаем, то есть мы видим, что мы там что-то делаем, совершаем какие-то действия. Здесь вот ощущение того, что вы как будто бы находитесь в каком-то сне, и вот в этом сне там есть счастье, там вас наполняет. Может быть, для кого-то это в прямом смысле не фигурально сказано, что вы действительно ощущаете вот это вот состояние счастья, наполненности, расслабленности именно во сне, в грезах. То есть в том состоянии у вас, возможно, все хорошо. То есть вы можете иногда просыпаться, вы чувствуете себя, что, блин, почему сон закончился? Там было все так хорошо, да? А вот здесь вот, например, в материальном мире не столько хорошо на вашей душе. Вот вы как будто бы там одушено там. Как-то вот какой-то другой мир. У каждого это восприятие может быть по-своему. Вы можете написать о чем, что я вижу, о каком мире здесь речь идет. Но оно мне очень напоминает как некий сон, да, как некие такие грезы. Вот там все хорошо, там мир идеален. А здесь он требует как будто бы какого-то исправления. Не все так идеально, не все так хорошо. И вот ваша душа как будто бы, знаете, убегает от этой реальности, и она живет вот именно там, там она отдыхает, да, потому что вот очень много, возможно, борьбы в реальном мире, сложности, трудности, а она настолько ранима, настолько чувствительна, что она не может как-то вот противостоять вот этой вот плотности, да, материальной. Очень тяжелый мир, много гравитации, как-то вот затягивает. Прошу прощения. Шкурла. Вот какое-то сопротивление, да, идет. Ой, хорошо. Осознаете ли вы свои вообще чувства в течение
течение дня. То есть насколько вы можете, если я вас спрошу, остановлю в любой момент времени, насколько вы можете ощутить и понять, что вот сейчас я чувствую это. Нет, нет у вас этих осознаний, очень много страхов, причем если мы говорим в голове, здесь, знаете, очень много размышлений. Вот я говорю, что есть какая-то вот, вот эта вот мораль, духовность, да, которая не дает вам возможности осознавать. Здесь, вот, знаете, вот очень много... Вы как будто бы находитесь в тюрьме своего собственного ума. Какую-то вы для себя придумали такую оригинальную модель, вот, в которой вам комфортно, да, как вариант побега от реальности, которая вам не очень-то нравится. И вот в ней вы очень много рассуждаете. Все, я поняла, это рассуждение на какие-то философские темы. То есть вы много можете рассуждать о нравственности людей, о каких-то вот высоких таких ценностей. То есть и вот вы как будто бы там получаете отдушину. Очень много размышляете, сложно вам принимать какие-то решения, трудно они вам даются, потому что не можете четко определиться, знаете, здесь у вас как получается, вы не можете для себя понять, какую вам линию нужно выбрать, линию поведения, да, то есть чему соответствует, потому что ощущение того, что, знаете, вот начинаете как будто бы углубляться в одном направлении каком-то, да, в какой-то, возможно, может быть, религии, конфессии, ну, вот в каких-то философских, может быть, понятиях, и потом появляется нечто, что вас интересует больше, как-то и вам кажется, что вот это вот как-то вот ближе, она дает не больше пояснений, вы перескакиваете. Здесь ощущение того, что как кузнечик скачете из одного направления в другой. И тем самым вы не можете углубиться и получить вот это вот удовлетворение, внутреннее понимание вот глубины, которой вам необходимо. То есть, с одной стороны, вы к ней стремитесь для того, чтобы как-то вот, ну, заземлить вот свою энергию, а с другой стороны, вы как-то вот поверхностно скачете из одной идеи, из одной концепции в другую, и вы вроде бы и не погружаетесь глубоко, хотя у вас есть это ощущение, что вы способны, человек, к этому, да, вот именно к мудрости, к проникновению, к пониманию, но у вас все-таки этого нету. И здесь... Знаете, здесь у вас что-то, в чем причина вот этого всего чувствования, что очень много, как будто бы, знаете, как она называется, не сотвори себе кумира, да, как мы говорим, вот очень много у вас как будто бы кумиров, да, и вот за этими всеми идеями, за этими всеми авторитетами вы как будто бы не видите себя, вы не видите свою собственную силу, да, и вот эти вот... Вы не видите то, на что вы способны, на что, насколько ваша мощь велика. Вот вы как будто бы, знаете, когда мы не можем понять себя, вы погружаетесь в другого человека, который для вас является очень ценным, значимым, авторитетом, учителем, не знаю, как вы их называете, и... Вот как будто бы через него, вот он понимает, что есть счастье, а я нет. И вот давай я в него погружусь, я буду внимать каждому ему слову, каждому его понятию, для того, чтобы ну, понять, осознать, что есть счастье у меня. А вам надо наоборот, то есть вы очень много энергии тратите вот на это. Вот здесь очень много шелухи, здесь много всего... нанесено вот это вот пафосного, которое вам не нужно, но вы почему-то этому верите, да, то есть вот в этом мире есть какая-то ценность для вас, видимо, потому что вы не ощущаете в себе вот эту вот ценность, вот эту вот духовность, да, и вам кажется, что она есть у других, но она есть у вас, а вы ее не видите, вы только видите это в других людях, у вас нету вот этого вот понимания, что это есть вас, оно у вас, поэтому вы и замечаете это в других людях. То есть вот посмотрите на это с другой стороны, вы этого как будто бы не осознаете. Хорошо, открыт ли у вас центр чувствования или закрыт? То есть насколько вы умеете, можете чувствовать?
Вот опять-таки, видите, вот вы как будто бы не верите в себя, потому что вы себя не знаете. И вот здесь вот вопрос открыт, вы как будто бы просите то, причем, знаете, очень усиленно. Вот есть у вас эта связь, я не могу понять, то есть она настоящая, либо она иллюзорная, придуманная, и вот с вашим воображением, с вашей фантазией кто-то играет. Почему? Потому что откуда у меня вот это вот двойственное ощущение? Потому что вы как будто бы молитесь, вы как будто бы просите, открой мне сердце, да, я хочу быть открытым, то есть, а оно у вас открыто. И у меня возникает такое ощущение, что вот если бы вы действительно были на вот этот вот канал с высшими силами, он бы у вас был устойчивым таким, да, вы бы это почувствовали. Но я не могу понять, то ли здесь вы сами себе запрещаете это чувствовать, что у вас открыт канал. То есть вы просите то, что уже имеете. Вот в чем у меня сомнение. То есть здесь вы идете от ума, либо это действительно... идет от сердца, потому что у вас огромные способности именно в чувственном аспекте. Вы как будто бы, знаете, это напоминает какую-то вот такую вот игру, да, открой мне сердце, которое у меня уже открыто, но я защищаю себя от того, чтобы что-то чувствовать. И вот здесь вот у меня какое-то такое, знаете, ну, непонимание, потому что непонимание, то есть я вас ощущаю как вот... как бы сказать, немножко запутанным человеком, да, то есть очень у вас все так сплетено, я ж этот, ну, как в паутине, да, то есть какую вы игру себе придумали, сложную. С одной стороны, вы как будто бы хотите чувствовать, а с другой стороны, вы закрываете вот это вот чувствование для себя, и говорите, что вот то, что я чувствую, нет, это ошибочно, это не я, это ложь, а вот истина, это то, что должно мне прийти откуда-то там свыше, и все такое, а на самом деле оно уже у вас есть, понимаете, о чем я вам говорю, или нет, или мне придется попробовать как-то иначе вам объяснить более понятным языком, то есть это, знаете, напоминает о том, что вам вы молитесь, купи мне, просите, купи мне, допустим, торт шоколадный. И вам купили торт, и вам его дарят. А вы на него смотрите и говорите, нет, нет, это бутафория, это не настоящее, я хочу настоящего. Он говорит, как бутафория, в магазине купили. Не, не, это бутафория. Вот что-то вот в таком вот формате. Но здесь это детские какие-то травмы, знаете, вы в детстве все чувствовали. Все у вас открыто, все у вас нормально. Просто, возможно, ваша чувствительность, да, у кого-то были фантазированы вот эти вот, в детстве обычно бывают друзья фантастические, ну, которые нереальны для других людей, а вы их видите. То есть у вас были возможности, способности, прошу прощения, у вас были способности, вы видели, да, кто-то здесь видит... может быть, сущностей, кто-то здесь видит всевозможных духов, я не знаю, там, лесных, домовых, неважно. В детстве вы это все видели. Как говорится, были зрячими. Потом как-то вам подрезали, когда вы рассказывали о своих вот этих вот волшебных друзьях, конечно, вам никто не верил. В какой-то момент вы как будто бы ощутили себя, что со мной что-то не так. Ну, я вижу, никто не видит. А если никто их больше... а я меньшинство, значит, со мной что-то не так. И вот здесь вот как будто бы что-то такое вот перезашло, произошло, и вы перестали верить. Поэтому, как в детстве хотели, вот для вас были авторитет ваши родители, и они говорили, что нет. Вот такое, такая же аналогия у вас сейчас как раз и с высшими силами. То есть они тоже авторитет, и вы просите, чтобы вам дали, ну то есть более авторитетные что ли люди, дали какие-то вот эти вот способности на чувствование, да. То есть дай мне, поэтому вы и верите ну, в счастье как-то вот откуда это, оно должно не сойти. Озарение должно не сойти на вас. Вот здесь вот как-то так. То есть вы как будто бы... то, что вас окружает, это несчастье. То, что вы чувствуете, это несчастье. Вот должно что-то спуститься оттуда, откуда-то.
Но при этом вы настолько у вас, то есть у вас чувствование, вы целители. На самом деле вы можете лечить, кто-то руками лечит, да, просто прикосновением, добрым словом, то есть своей энергетикой, но вы в это не верите. И вот как ни крути, ни верти, у меня выходит это. Что у вас с удовольствием? Умеете ли вы получать удовольствие? Ага. Замерзли вы все. Замерзли вы все, изранены, удовольствие вы получать не можете. Скрываетесь внешне, то есть подделываетесь внешне. Мы как все, да, одной кровью. Вот, а внутри мы изливаемся этой кровью и, ну, типа, внешне, да, я получаю удовольствие, а внутри нет. А внутри все больно. Почему? Потому что есть вот это вот понимание, опять какие-то убеждения у меня полезли здесь у кого-то. Удовольствие – это грязь, это что-то не то. Я не знаю, с чем у вас связано удовольствие, то есть, может быть, оно как-то связано с сексом. Вот что-то такое вот удовольствие – это грязь, да, это я не знаю, что-то нечистое, не умеете вы, такое ощущение, что вы даже не понимаете, что такое удовольствие, и вот опять вы находитесь вот в каком-то вот этом воздушном шаре иллюзорном, но что-то произошло буквально недавно в вашей жизни, либо вот какой-то вот последний период, когда вот это вот ваш воздушный шарик, он начал рушиться изнутри. Вот этот вот мыльный пузырь, он как будто бы дал какую-то трещину изнутри. И вы, возможно, как будто бы усомнились. Почему у меня карта перевернута, не могу понять. Вы, возможно, как будто бы усомнились в том, что нельзя, допустим, получать удовольствие. Либо его нету, либо какие-то запреты. Что-то у вас произошло за последнее время. Вот, и вы усомнились в том, что нельзя. Как будто бы разрешили себе, что ли. Что у вас здесь с удовольствием? Что у вас? Ну, защищаетесь от удовольствия. И что последнее время произошло? Что-то такое произошло, и я не знаю, как будто бы оно вас взбудоражило, вот разрушило какую-то вашу иллюзию по поводу удовольствия, и вы начали как будто бы, знаете, опять-таки те же высшие силы, да, как будто бы показали вам каким-то образом что-то, вот, и произошел, может быть, инсайт, озарение, снисхождение, не знаю что, и говорят, что, ну, удовольствие-то можно получать, это не запретно, это не грех. Здесь утащение, да, какого-то греха. И вы закрываетесь от этого, да, то есть вам говорят, на, получай, а вы нет, вы закрываетесь. Хотя уже есть понимание, что, блин, оказывается, не грех. Вот вы сидите, вот картинка, сидите и думаете, да, размышляете по поводу той информации, которую вы получили недавно. Получили какую-то вот информацию свыше, и вы размышляете именно по поводу удовольствия. Что есть удовольствие? А могу ли я себе разрешить? А заслужила ли я это удовольствие или нет? Не что-то такое. Умеете ли вы чувствовать? Ну, логично, что да, но все равно. Да, конечно, чувствование – это ваш мир, чувствование – это сказка. Причем вы чувствуете во сне. Ваши сны, они очень такие яркие. И некоторые из вас такие, знаете, явные, очень красочные сны, в которых не просто вы картинки видите разноцветные, а вы можете чувствовать. То есть если во сне видите, как будто бы упали, ударились, то вы эту боль ощущаете физически, именно во сне. Запахи люди ощущают здесь, да. И что там, кто-то здесь любит звезды. Вот, что за вопрос-то был? Что я там спрашивала-то? А, умеете ли вы чувствовать? Да, ну вот здесь вот как-то чувствования, они связаны с ночью. Может быть, у вас ночью как-то вот обостряется ваше чувствование. Может быть, ночью вы, я не знаю, что-то понимаете лучше. Но здесь вот именно про чувства, какие-то, знаете, такие яркие краски, такие природы. На природе, да, вы природу можете очень хорошо чувствовать. Какие-то вот надежды ваши могут... Вы можете чувствовать желания других людей. Умеете вы чувствовать?
А умеете ли вы, давайте посмотрим, принимать и отдавать? Да. Все хорошо у вас с принятием, то есть вы, вам нравится, да, вы умеете принимать и похвалу, вы умеете принимать подарки, вот, все у вас здесь хорошо. И умеете ли вы отдавать? Да, с принятием у вас все хорошо, звезды здесь выпадают, опять-таки вторят оракульной карте, колоде. А что касается отдачи, знаете, здесь что интересно? Отдавать-то вы, в принципе, умеете, но у меня такое вот ощущение, что вот вы как будто бы, не знаю, что-то здесь, какие-то вот ограничения по поводу отдачи. Причем не то, что вы жадничаете отдавать, а как будто бы вам это как-то трудно сделать. Надо вот как-то какие-то... Вот на отдачу у вас стоят какие-то границы. С чем они связаны? Какие-то рамки, ограничения. Вот что-то вас ограничивает в отдаче. Знаете, здесь ощущение того, что... Вы просто не очень-то любите идти в новое. И на самом деле, вот отдача, она у вас, знаете, через отдачу вы как будто бы учитесь, развиваетесь. Вот ваше развитие, и вот вроде бы когда есть ощущение того, что все у меня есть, все у меня хорошо, вот в данной колоде семерка кубков, она говорит о том, что... Не отсекая от себя какие-то новые возможности, да, какие-то новые, может быть, мысли, идеи, советы, рекомендации, которые вам кто-то либо что-то говорит. Почему? Потому что именно через это вот вы как будто бы идете в новое, это вас развивает. Здесь ощущение того, что вот вы как будто бы присыщаетесь и... Понимаете, что когда что-то нужно отдавать, у вас потом как будто бы от этого будет недостаток, и вот исходя из этого недостатка вас это будет развивать, потому что вам нужно будет потом самой что-то совершать, либо самому, чтобы получить то, что вы отдали. И вы не то, что вам не нравится отдавать, а вам не нравится, что потом нужно будет совершать какие-то действия по приобретению того, что вы отдали. Понимаете, о чем я говорю? Допустим, у меня есть пальто. Если я его отдам нуждающемуся человеку, то мне потом самому нужно будет пойти и купить. А поскольку у меня нет денег, значит, мне надо будет что-то делать, чтобы пойти найти возможности заработать и отдать. То есть вы не жадный человек. Услышьте меня правильно. Вам не сложно отдавать. Но то, когда вы отдаете, вам потом пополнять это нужно, ну, самому себе. И здесь вот, это вызывает новое какое-то вот развитие. А вы не то, чтобы не хотите развиваться, вам это эмоционально сложно дается. То есть вы переживаете. За что вы переживаете? Ну, у вас страхи появляются, понимаете? То есть когда вы отдали... А самому нужно пойти в новое. И тут у меня просыпаются какие-то страхи. Я не понимаю, да, мне потом что делать, а как быть. Поэтому все, что с отдачей здесь вот возвращаемся снова к нашему уму, который говорит о том, что потом ваши, вы становитесь рабом ваших собственных мыслей, заложником. Заложником того, что вы хотите. Здесь очень такая, знаете, личность неординарная и не совсем понятная. Вы сами себе, скорее всего, не совсем понятны. Потому что то, что у вас есть внутри, это одно, это один мир. Голова у вас живет сама по себе, какими-то вот другими мирами. Здесь как будто бы, знаете, вот идет расщемление личности. А что касается...
Чувство нет, там как будто бы какой-то вот маленький ребенок, который вот сам нуждается, неуверенный, не может стоять хорошо, твердо на ногах. То, что касается взаимодействия с людьми, здесь вот, я не знаю, здесь какой-то вот другой абсолютно мир. То есть как с этим миром взаимодействовать? Мне нравится, когда мне что-то говорят, приятные комплименты, все такое. То есть мне нравится тешить мое эго. Я это принимаю, подарки принимаю, да и негатив могу принять. Ну, то есть с принятием нормально. А вот с отдачей не очень, потому что здесь опять снова круг замыкается, мы выходим на уровень нашей головы, начинаем все это думать, как и что. Здесь у нас рамки-решетки стоят в голове, и потом я не знаю, то есть, ну, а что мне делать-то, голову слушать, либо сердце как-то чувствовать? Ну, то есть, какой путь мне выбрать, либо идти путем высших сил? То есть здесь вот как-то, знаете, тройственность, святая троица у вас, да? Война отца и сына головы, и Святого Духа, сердце, чувства. Нет, то есть у вас как-то вот такая неординарная личность, и вам понять, причем, знаете, они равнозначны, все эти ваши чувства. Нету такого, что здесь, допустим, голова берет верх, а там берет, например, сердце верх или еще что-то. Нет, они одновременно. Вы вообще молодцы, если честно, да? Весь этот механизм, если можете как-то управлять им, молодцы. Хорошо. Какие у вас проблемы, блоки, запреты непосредственно к названию нашего расклада? Да, какие запреты у вас есть на счастье? Давайте посмотрим. Запреты. Ну, мы говорили уже запреты на удовольствие. Вот здесь вот они как раз-таки и проигрываются, говоря о том, что, знаете, вот, запрет на удовольствие. Повторюсь, просто я не знаю, как десятку кубков еще иначе трактовать. Здесь понимание того, что когда ты осознаешь, что каждый человек выполняет какую-то свою определенную роль. И когда у тебя есть это понимание, да, то все пазлы складываются, и тогда начинает происходить какое-то волшебство. Тогда происходит вот наполнение. Здесь и у нас выпадает верховная жрица, как раз таки говорящая о тайнах, о знаниях. Здесь как будто бы, знаете, запреты, они связаны именно с какими-то вашими учениями и знаниями, которые вы получаете. Вот не обижайтесь, ладно? Вот как будто бы горе от ума. В контексте я объясню, чего. Либо то, что вы изучаете, вы это неправильно толкуете для себя, да, ну, то есть неправильно понимаете. Либо то, что вы читаете, это вот не то, чтобы это как-то сектантское какое-то, вот какое-то вот, ну, оно не ведет вас к счастью, понимаете? То есть те знания, которые вы изучаете, либо они вас не ведут к счастью, либо вы их неправильно для себя интерпретируете, и поэтому это вам идет как-то вот во вред. Я не могу вам объяснить как-то, но здесь, знаете, еще что может быть, с чем связаны блоки запрета? С тем, что, может быть, даже много чего изучаете и мало чего практикуете именно в реальной жизни. Поэтому получается, что в голове-то вы умны, вы мудры, у вас есть эти знания, а на практике вы их не можете применить, и как следствие вы не можете понять глубину тех знаний, и вот поэтому у вас нету счастья. Понимаете, о чем я говорю? То есть здесь как будто бы в голове-то все знаю, а как это сделать на практике, ну все понимаю, а как на практике это все применить для себя, чтобы я был счастлив, чтобы понять, работают эти знания или нет. Как мы их понимаем? Только через собственный опыт. А здесь получается, что у вас очень много разных знаний, а толку вы от них какого-то не видите. Поэтому я говорю как-то вот как сектантское. То есть, ну, не обижайтесь. Я просто не могу другого примера привести. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. То есть заземлить не хватает. Какие еще здесь блоки? То есть нету доверия, нету вот этой вот доверия вашим знаниям. Чтобы начать это практиковать, применять. Либо вы не знаете, как это применить, и тогда возникает вопрос, а что вы изучаете?
Либо то, что вы изучаете, вы это просто не применяете по каким-то вашим личным соображениям, и как следствие вы не получаете результат. Но здесь знания, они вам во вред. Вот трактуйте как можете, да, по-своему. Здесь знания вам во вред. И как раз-таки выпадает аркан смерти, который говорит о том, что вот здесь вот это вот нужно трансформировать. То есть здесь ваши запреты, ваши блоки, они как раз-таки, может быть, и связаны с тем, что вы не умеете вовремя поставить точку тогда, когда вы ее чувствуете. То есть, допустим, если мы переведем на более понятный бытовой язык, да, если у вас есть отношения, и вы чувствуете, что пришло время, уже все, надо поставить точку, ставьте точку и уходите. То есть не ждите, когда вас бросят. Если вы это почувствовали, вот здесь вот как-то уметь оставлять прошлое позади, уметь разрушать то, что вам уже не нужно. Здесь ваши блоки запрета, они связаны с ожиданием. То есть вы постоянно находитесь в каких-то ожиданиях, чего-то вы ждете, чего же вы здесь ждете. Не знаю, чего вы ждете, но пока вам все это трудно. Вы все что-то тащите на себе, какие-то вот груз какой-то ответственности, что-то старое, уже отжившее, и все вы несете. Для чего вы это делаете? Вы боитесь быть наедине с собой, наедине с собой, конечно же, со своими мыслями, не в одиночестве, а именно то, когда вот ощущение того, что, я же говорила, у вас есть сила внутри вас, огроменная сила, которую вы не знаете. Вот здесь вот ощущение того, что если вы останетесь наедине с собой и углубитесь действительно по-настоящему, без всевозможных практик и ничего-либо, а услышите свое сердце, то, что вы найдете, вам услышите, вам нужно будет потом взять за это ответственность. А вы боитесь этого сделать, то есть ощущение, что вы не понимаете свою собственную силу, и поэтому слушаете других людей, и вам от этого тяжело становится. И вы где-то внутри себя понимаете, поэтому вы и одного послушаете, а потом бросаете, другого слушаете. То есть вы отвлекаетесь от того, чтобы принять и послушать саму себя. Здесь очень глубокое какое-то вот ощущение, знаете, одиночества. Вы как будто бы сами себя привязали вот своим видением, что либо я не заслуживаю счастья, либо я недостойна счастья, либо я все время буду одна. Вот здесь вот одиночество, оно фонит. Вот что-то такое холодное, оно фонит. Да. Вот вы как будто бы не верите в том, что у вас будет здесь как-то с семьей связано, либо с поколениями, либо с родом. Ну, здесь вот с парностью, вот здесь вот парность у нас везде проходит. Вы как будто бы в это не верите. Вы ощущаете себя... Вы ощущаете себя достаточно одиноким человеком. И, у вас счастье-то, оно связано с примирением. И вот то, что было изначально, да, как то, что основной фундамент, влиявший на весь наш расклад, говоривший о том, что должно прийти примирение. Но здесь у вас внутренне нету примирения между всеми вашими частями, между головой, то, что говорит ваша голова, то, что говорит ваше сердце, и вашими знаниями. То есть это вот какая-то другая, третья составляющая. И вот до тех пор, пока вы не примирите, не будет примирения вот этих всех частей, вы чувствуете себя одиноким, покинутым, закрытым, собственным, внутреннем каком-то вот замке, в какой-то вот темнице, и вам от этого тяжело. И вот вы ждете, что же вы ждете, еще раз спрошу. Знаете, вот вы как в зазеркалье, Алиса, причем, знаете, даже не то, чтобы Алиса в зазеркалье, а вспоминаете мультик, ну погоди, там, где зайцы с волком забегают в этот, в аттракцион кривых зеркал, и вот они видят себя по-разному. И вот здесь вот такое вот ощущение, что вот эти вот зеркала – это люди, которые вас окружают. И вот вы в каждом как будто бы видите свое искажение. И вы не понимаете, кто вы есть на самом деле. И в одном человеке вы видите искажение, ну, допустим, там, голова кривая или еще что-то, и вы считаете себя уродцем. То есть то, что вы видите, вы это верите.
Только момент зеркал, он может быть двойственный. Есть прямые зеркала, то есть то, когда люди действительно отражают то, что есть внутри нас. А есть кривые зеркала, это то, что в нас нет, но мы это проецируем каким-то образом на других людей. То есть какое-то вот искаженное восприятие себя. И вот вы ожидаете, как будто бы, когда я наконец увижу настоящую саму себя, как будто бы, знаете, вот шагнуть навстречу. Здесь проблема не в ком-то, а здесь вот именно проблема внутри вас, именно в том, чтобы увидеть, кто вы есть на самом деле. Как-то, знаете, вот высвободиться. Здесь не хватает свободы. И это связано, очень-очень связано как-то с вашей мамой и с вашей семьей. Знаете, вот это вот уюта какого-то, ощущение того, что вам не дали понимания, кто вы есть именно в детстве. И вот вы как будто бы, знаете, еще раз извиняюсь, я не хочу обижать. Я говорю слова, чтобы вам было понятнее ситуация, не для того, чтобы кого-то оскорбить. Здесь ощущение, как будто бы человек гермафродит. То есть он не может понять свою определенность либо к мужчинам, к женщинам, но не в контексте гендера, а именно в нахождении себя. Ну это, знаете, как этот в анекдоте про обезьянку. То есть я либо красивым, либо и умным. То есть ну, я не знаю. Здесь как будто бы нету понимания самоидентификации. Кто есть я на самом деле. Это а с чем у вас вот здесь вот по знаниям я хочу посмотреть. Вот вы стараетесь, вы учите, вы заглядываете в себя, на знания, понять себя. Прошу прощения. Изучение. Я смеюсь, потому что вспомнила тот комментарий гневной женщины, которая мне сказала, что это за дела? То вы кашляете, то вы чихаете. Ну, я живой человек. У меня бывает такое, что я могу покашлять, либо чихнуть. Ну, смешно. Здесь вот как раз это, знаете, связано с чем? В вашем случае, да, что вы изучаете себя, но вы как будто бы к себе относитесь как сверх какому-то существу. И не можете принять в себе какие-то вот, ну, естественные, что ли, вещи, которые есть. Вы как будто бы ищете какой-то идеал. А здесь нету идеалов. То есть вы такой человек, какой вы есть. И это прекрасно. Но вас вот как будто бы вы огорчаетесь сами за себя, то, кем вы являетесь. Вас это не удовлетворяет. Вот вы хотите, стремитесь быть каким-то идеалом. Вы стремитесь быть не тем, кем вы есть. А кем вы есть, вы не знаете. То, кто вы есть, вы не знаете. Хорошо. Что есть результат вашего счастья? То есть, если все-таки вы проработаете все, о чем я здесь говорила, поработаете... На самом деле, знаете, здесь очень хотелось бы, чтобы кто-то сходил к настоящему хорошему психологу, который бы вам помог показать вот так вот, как на ладошке, вот эти вот все ваши части, чтобы вы их приняли, чтобы вы их полюбили. Полюбили свой ум, полюбили свое сердце, полюбили вот эту вот связь с высшими силами, чтобы не было раздробленности, чтобы вы понимали, что все это вы, но вы настолько многогранные, и вам настолько сложно понять вот это вот, знаете, одно дело, когда ты садишься на велосипед, и там у тебя есть только руль и колеса, и ты педали, и ты четко понимаешь, что крутишь педали, результат, ты едешь вперед, держишь равновесие, и все. А когда ты садишься уже в автомобиль, там тоже руль, и там тоже есть педали, но не те педали, которые на велосипеде, там нужна уже другая координация, да, она уже намного более сложная, там, если, конечно, не на автомате коробка, да, у вас. Вот, там надо понимать, как скорость менять, да, где газ, где сцепление и так далее. Ну, то есть понимать, кто что, на что нажимать. Ну, то есть уровень уже другой. И вот здесь вот ощущение того, что вы такой сложный механизм для себя сами.
вы не можете понять, как управлять вот этой всей многогранностью, ощущение того, что вам дали, знаете, вы как будто бы занимались, я не знаю, полудрагоценными камнями, изучали, и вдруг неожиданно вам дали, я не знаю, коллекцию высококачественного, там, я не знаю, алмаза, либо еще что-то. И вот вы сидите и думаете, как мне этот алмаз, куда его применить, то есть что, куда, что мне делать, я не знаю, какая польза от него, да. То есть вроде бы здесь простые булыжники, а мне с этим что делать? В моей жизни он слишком дорог, и применение ему я не знаю. Вот вы, чтобы вы понимали, вы настолько многогранные, настолько ценные и настолько дороги сами себе, как этот алмаз. Но в вашем сознании понимания этого алмаза, этой ценности нету. Вы на него смотрите через призму полудрагоценных камней. То есть полудрагоценные камни, они наполовину имеют драгоценность. Они полезны, безусловно, но наполовину. А здесь чисто драгоценный камень, за который еще и убить могут. Ну, либо слиток золота, допустим. И вот вы думаете, блин, держу я этот слиток, что делать? Гвозди забивать вместо молотка? Что с ним делать, да? Ну, то есть ты его не можешь порезать и жить на эти деньги. С ним надо что-то другое делать, у него какая-то другая, ну, принадлежность есть. Вот вы, чтобы понимали, вот здесь вот про это речь идет, и вам непонятно. Что же есть результат вашего счастья? Если вы все-таки поработаете, что будет результатом вашего счастья? Здесь результат вашего счастья будет, знаете, погружение в то, что вам нравится, даже в те же самые знания, даже в то же самое изучение, которое вас наполняет. Но не заигрывайтесь в это. То есть не делайте знания как суперцель, а получайте удовольствие. То есть не забывайте, ради чего, допустим, вы что-то изучаете, да, то есть вы это изучаете, вам это дает какое-то внутреннее состояние наслаждения, удовольствия. В какой-то момент вы становитесь заложниками этих изучений. Мне надо это прочитать, и это прочитать, да, и то есть вы теряете саму суть. И здесь карты говорят, что результатом вашего счастья станет напоминание того, чем бы вы ни занимались в жизни, пускай даже изучение, чтением литературы, неважно чем, ради чего вы это делаете. Вот это вам придает счастье, вот это вам дает вот это вот состояние, необходимое вам. То есть не смещайте фокус внимания именно состояния. Обнуление, да, вот здесь вот понимание вообще на самом деле, насколько важны перемены, то, что вы не очень-то и любите в своей жизни, да, насколько вам важны перемены, через которые вы можете обнуляться. Вот здесь вот, здесь какой-то блок стоит на обнуление, на то, чтобы вот поставить точку и пойти в новое, да, я уже говорила про это ранее, да, по смерти. Здесь вот, если вы все-таки все проработаете, вы сможете постоянно обновлять вот эту вот свою внутреннюю энергию и постоянно, даже не постоянно, будет у вас вот это вот ощущение очень намного чаще, чем сейчас вот счастье. То есть вы будете осознавать, что мир стал намного лучше, потому что вы находитесь в состоянии счастья. То есть у вас появится вот это вот понимание, что счастье внутри вас. Вы его словите, этот момент. И когда вы его ощутите, вы сможете понять, что не знания вам дают, и не что-либо другое. А оно есть, это состояние, независимо от чего-либо внутри вас. Если вы его научитесь вызывать, если вы его научитесь ощущать, вы сможете быть счастливым постоянно и при этом идти в новое, в перемены. То есть вот любые обнуления, любые перемены, что-то новое, движение вперед, оно дает вам счастье. Убирайте лишнее, не старайтесь заполнить вот эту вот пустоту, которую вы ощущаете, да, чем попало.
наполняйте только самым лучшим. У меня такое ощущение, что здесь вы, возможно, относитесь к той категории людей, которые любят экономить. Да? Опять-таки, мы говорили на отдачу, да, экономить, я не знаю, продукты, может быть, там со скидкой покупать, что-то со скидкой. Не потому, что у вас нет денег. Я не говорю сейчас о той категории людей, которым действительно финансово сложно. А те, которые могут себе позволить, вот вы как будто бы все время на чем-то экономите. Общий здесь совет, общая рекомендация. Идите и действуйте, да, то есть хватит быть в рассуждениях, хватит быть, какие-то перемены вам принесет, какие-то перемены, да, что будет результатом вашего счастья, перемены, вы начнете понимать, ну вот и десятка педаклей, понимаете, вы получите абсолютно все, что вам необходимо, после того, как вы запустите в себе вот эти вот перемены, не то, чтобы сегодня поменял и все, и потом так и будет стабильно, нет, а вот именно вкусить вот этот вот ощущение вот этой вот потоковости, да, жить в потоке, жить вот именно в состоянии из своего собственного сердца, через чувствование, вот я чувствую, я хочу это, я понимаю, что мне это приносит счастье, и я это делаю, а это не приносит счастья. Ну, вам как понять, что приносит, что нет? Вы это чувствуете, если оно есть в вас, значит, это то. Если вы это не чувствуете, значит, нет. То есть здесь не надо каких-то других сверхъестественных знаний. И погрузите в себя, начните применять вот свои вот эти вот способности, да, то, что вы умеете чувствовать, ощущать. Подошли, понюхали цветы, вы ощутили эту прелесть, вам это нравится, оно вас порадовало, вы на долю секунд ощутили вот это вот счастье. Окей, идите дальше, что вам в этом состоянии хочется? Если вы из этого состояния будете принимать решения, а не из головы, которая у вас здесь все думает, все вот здесь вот кипит, бурлит, то вы и будете находиться в счастье. Вот здесь, в общем, что карты хотели сказать. Вот такая вот у нас была вторая позиция. Примерно столько же по времени, чтобы не было расстройств о том, что в одной позиции много говорю, в другой нет. На самом деле все идет как в потоке, в какую-то позицию больше вкладываешься, потому что больше информации. А в другой какой-то позиции там информация, она может быть ну, не столь разнообразная, разносторонняя, да, а как-то больше все об одном и том же. И поэтому ощущение появляется, что ты говоришь одни и те же самые, ну, одни и те же вещи. Вот, и на это может быть меньше времени уходить. Вот такой вот у нас с вами был расклад. Еще раз поблагодарю Феникс. Я, насколько я помню, она предложила еще один расклад, который в ближайшее время я сделаю. Если вы хотите предложить расклад, пишите в комментариях. Вот, по своим каким-то внутренним соображениям я посмотрю, могу я сделать этот расклад или нет. Вот, благодарю вас за внимание, за то, что столько времени уделили, кто-то что-то услышал. Если это было полезно, напишите в комментариях. Я благодарю вас за ваши благодарности и до новых раскладов. Пока-пока.